Ребятки, Стоти Торнамент серия с номер 45. И в третьем раунде встретятся Пепка и Хрон. Два титана Квейка. Претендующие люди на Пролигу. Думаю, это будет очень жарко. Начнем с Пепка. Пошел именно. Красный за тобой. Оп. Хрон сразу нападает. Будет ли обилка? Прожимает обилку Пепка, но должного дамага не попав. Разменялись чуть-чуть ребята и разошлись в разные стороны. Каждый по своей пупке пушки. Есть рельса. Ой-ой-ой-ой, супермашинки насыпал. Очень много. Будет Пеп. Будет добивать. Да. У-у-у. Еще. Отходи, Пепка. Он стреляться вздумал. Вздумал стреляться. Нет. Хрон не такой простой. И будет ли драка за мигу? У Пепки есть шансы выжрать все. Давай, 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 на красный быстро. Не получилось нанести дамаг ракетами контрольными, но все шансы еще впереди. Пепка понимает, что противник будет дежурить. Смотрите, как аккуратно играет. Игра до первой ошибки, не получается у Пепки сызнова нанести дамаг с ракеты. Есть! По жопке рельсы, это очень важно. Не держит Хрон рельсу. Закроется сейчас, вот он! Эх, нет. Последние секунды просто ворвал. Уж, будет... Молодчик, собрались, ребята. Сейчас красный. Пепка пытается выжрать все сразу. Обилка в действии! Сюда! Но нет, фрага не было. Успокоились, ребята. Есть еще риса. Хрону явно это не понравилось. И делей подъема красного дает возможность... Пепку со след... Не надо сюда закрываться, мега, алло! Пепка потерялся в счете, и Хрон сейчас без штрафа заберет мегу. Нет, этого не случилось. Все-таки не стал рисковать так сильно, и... Смотрите, в каком хорошем положении находится Пепка. Будет догонять. Хрон, понимая возможность рукоджампа от оппонента, ушел в другую сторону, и это... И это правильный ответ. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, да что это, ребята, скилл или настоящий лак? Ой, ну да, везение, скилл или везение? Обалдеть, ребята, две последних плазминки дали дамаг. Ух, Пепка в фарватере, еще шафта, да-да-да-да-да. 9 секунд до красного, еще очень много времени, можно выжрать красный и вернуться на позицию, что, в принципе, Никита и делает. Хрон вынужден наступать и ловит еще одну рельсу. Он вообще охреневает. Да что он себе позволяет, думает Хрон. Но это в самой лайтовой манере. В самой. Давай. Хрон явно не собирается сдавать позиции. Играть еще очень много. И два фрага преимущества. В принципе, это еще не фатально. Однако, находясь на контроле основных айтемов, Пепка чувствует некую уверенность. Размен. Перестрелка, и ввиду того, что у Хрона получилось надамажить на ракете, Пепка теряет позицию на красном, и его уже забирает Хрон. Драка за красный. Ой, за мегу, да! Еще, да какая шога! Очень красиво играет Никита. Он якобы... Понимаете, предугадывает движение противника. Только что был какой-то именно... Пытался в чат написать, что... Ау, ребята. Нечто подобное по дамагу выдал сейчас Хрон. И неужели это камбэк? Ведь он, как мы знаем, на данный момент... Изрил. Очень большой стек у Хрона. Мажет рельсу. Очень повезло Пепка, что промазал Хрон. Находится сейчас Хрон на контроле, и Дмитрий явно знает, что делать с ним. Я имею в виду и контроль, и оппонент. Явно знает, что делать с оппонентом, когда ты находишься на контроле. 8 секунд до меги. Пепка явно потерялся по счету, ребята. Преимущество в счете скружило голову Никиты, и у него была возможность забрать мигу, но он почему-то этого не сделал. Вопрос почему? Потому что не было таймингов. Прожита обилка, ребята, Пепка не держит никакую
рельсу. Ах! Угол не дал сделать это. Хрон все время отталкивает Пепка в сторону шафта, чтобы у Пепка не было возможности забрать один из основных айтемов и как-то перебить основной контроль. Смотрим. 5 минут и все-таки еще. Но фраг преимущества от Пепка. Дайте я отвечу, когда ты на контроле, нужно вырвать очко. Да, выдрать. Я бы сказал даже выдрать очко. Это более подходящий глагол для всех ситуаций, которые можно сделать. Так, ну камон, 3-2. Эхрон претендует, Пепка плюс бэчит. Секунда, снова до миги, и Пепка не знает таймингов. Снова не услышал. Есть пахпинки. Еще одну, может быть. Мажет Хрон. Нет. Пепка настрелял не херово и уже практически сравнял стек. Хрон рискует быть срейленным. Сейчас еще больше и мега спасает его хп. Окей, 3-2. Не поддается на провокации Пепка и, как мы знаем, плюс бэк у Никиты очень силен. Удастся ли у Хрона выдушить этот фраг? Времени все меньше, 3,5 минуты. И интрига набирает свои обороты. Очередной желтый, очередной красный. Размен по рельсам. Пепка пытает увидеть оппонента. Ах! Хороший. Пепка занял центр карты. Хрон слышит это. Будет атаковать. Эх, снова натыкал плазминок. Эти снежко уже наелся Хрон. Явно недоволен происходящим и немножко остановил свой пыл, дабы дать время выдохнуться оппоненту. Но не ошибается Пепка, не ошибается и чувствует это Хрон. Мне кажется, надо начать с рельсы. Вы видите, на данный момент Хрон переворачивает ситуацию вспять и за основной айтем будет бороться за красный. Красный поднял. Мега за Пепка. Но на данный момент этот ход от Хрона не дал своих результатов. Вот он, встреча! Сблизились очень близко, но стека почти не осталось ни у кого. Пепка, мне кажется, даже в той ситуации более выгодно для себя разменялся. Забрав желтый, занял позицию на рельсе. Угу. Очень хороший плюсбэк от Пепка. Он явно может вывести из себя даже такого профессиональчика, как Хрон. Пошли ракеты набиваться именно, фарширует ими. Одну рельсу все-таки засунул Хрон. Пепка должен сейчас атаковать. Стэк намного больше превосходит противника. Вот он, Пепка, будешь атаковать? Да надо бежать. Ах, красивая рельса от Хрона. Давай, Дима, еще одну. Но сам понимая то, что не держит рельсу, не будет агрессивничать и отходит в пользу пополнения здоровья и брони. Окей. Чуть больше минуты, ребята. Этот фраг навис над всей игрой. Уже более 5 минут, наверное, длится. Пепка отходит. Плюс бэк. Ловит ракету. Хрон, давай. Закрылся Пепка на шафте. И мне кажется, что это минута рисков, ребята. Самая красивая. Сконцентрировались. Сейчас будут отчаянные действия от Хрона. Этот парень очень хорош в реализации урона. Сейчас будет нечто неповторимое, я уверен. Смотрим. Стэк набран. Мега 8 секунд. Хитрый Пепка подкрался и смотрите. Запалил свое местоположение. Пришло время для атаки. Вот она, ребята. Смотрим. Пепка включает шафты и
Надо было вправо обойти! 15 секунд! Зажался Пепка! Ай-яй-яй-яй-яй! Как же ж красиво! Не удалось все-таки у Хрона вырвать очко у противника и выдрать его. 1-0, ребята, ГГ. Красиво отыграл на плюсбеке Пепка. GG.